Теплые слова в адрес врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров прозвучали на праздничном концерте в ДК имени Чкалова в преддверии Дня медицинского работника. Сотрудников здравоохранения поздравили с праздником представители администрации городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский, а также почетные гости. Все профессии важны, все профессии нужны, это мы знаем с детства, но нет здоровья, нет ничего. И поэтому каждый человек, который сидит в этом зале, он, конечно, прикасается к самому главному, к самому сокровенному, что есть в жизни человека, это к его здоровью. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Уважаемые работники медицинской сферы, уважаемые ветераны, мои коллеги уже подчеркнули действительно важность вашего труда. И действительно, вы нас встречаете в этой жизни. И вы нас ведете на протяжении всей жизни, заботясь о нашем здоровье, о главной ценности любого человека. Щелковская больница, сотрудников которой поздравляли в Доме культуры имени Чкалова, обслуживает три городских округа – Лосино-Петровский, Щелково и Фрязино. Больница – это 5 стационарных отделений, рассчитанных минимум на 1000 коек и 17 поликлиник, 4 взрослых, 4 детских и 9 смешанных, где работает более 2000 сотрудников. Больница наша действительно в своем составе имеет высококвалифицированные кадры. Есть и доктора наук, и врачи высшей категории. Есть медицинские сестры с высшей категории, имеющие звание. И у нас есть наши сотрудники, которые имеют заслуженные награды, ордена, медали и грамоты, высшие грамоты федеральные. Запоминающиеся номера и хорошее настроение гостям подарили творческие коллективы округа. Они представители одной из самых уважаемых, благородных и крайне необходимых профессий. Их труд бесценен. Медики спасают жизни, лечат наших граждан, наших товарищей, родственников, близких. Занимаются профилактикой заболеваний, диспансеризацией. То есть это работа не только с больными людьми, но и со здоровым контингентом для того, чтобы не допустить заболеваний. По традиции в профессиональный праздник принято отличать лучших работников отрасли. В этом году к наградам представили более 120 медиков. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.